Приветствуем всех, ценителей хорошего звука. Сегодня мы продолжим разбирать схемотехнику лампового усилителя Trafoline на радиолампе КТ-88 в суперультралинейном включении. Усилитель представляет собой два полностью идентичных усилительных канала. Источник питания обеспечивает их необходимыми напряжениями питания. Накала входных ламп, накала выходных ламп, анода входной лампы, высоковольтным питанием выходного каскада. Источник питания усилителя Trafoline мы разобрали в предыдущем видео, ссылка на него доступна в описании. Каждый канал усиления состоит из входного каскада предварительного усиления с трансформаторной нагрузкой в виде фазы инвертирующего драйверного трансформатора и двухтактного выходного каскада на лампах КТ-88 в суперультралинейном включении. Драйвер собран на радиолампе 6S45PE. Межкаскадный трансформатор был специально разработан для работы в симметричном фазоинвертирующем драйверном каскаде. Он обладает максимальной линейностью до 30 кГц, с разбросом по краям диапазона между половинами не более 0,1-0,2 дБ. Обеспечивает полноценное симметрирование сигнала для раскачки выходного двухтактного каскада. Каскад предварительного усиления может обеспечить максимальное выходное напряжение до 50 вольт РМС. В первом каскаде, помимо радиолампы и трансформатора, есть еще несколько радиодеталей. Регулятор громкости, если он нужен, сеточный резистор и резистор смещения в катоде первой лампы, обязательно зашунтированный конденсатором большой емкости. Усилитель, работающий в суперультралинейном включении, принципиально не имеет петли общей обратной связи, так как ее использование с трансформаторной межкаскадной связью нежелательно. Анодной нагрузкой 6S45P является фазоинвертирующий трансформатор, на который подается стабилизированное анодное питание с выхода источника питания Stabilite. На выходе трансформатора мы получаем симметричный сигнал, инвертированный по фазе на 180 градусов, который непосредственно подается на сетки выходных ламп. Для большей линейности каскада в области высоких частот и предотвращения различных неприятностей параллельно обмоткам обязательно подключены сопротивления, которые позволяют нагрузить лампу 6S45P постоянной нагрузкой. Для замыкания цепи по переменному току один из выводов трансформатора должен быть заземлен при помощи высококачественных электролитических или иных конденсаторов. Фиксированное отрицательное смещение в каждом плече проходит через обмотку и подается на сетки выходных ламп. Эта обмотка по постоянному току имеет потенциал минус 55 вольт, а по переменному цепь должна быть замкнута. Эти конденсаторы должны работать в широком диапазоне частот. Выходной каскад построен по схеме двухтактного каскада в суперультралинейном включении с использованием местной обратной связи в катодах ламп. Подогреватель выходных ламп заземлен для снижения уровня фона усилителя. Обмотки для подключения катодов выходных ламп намотаны на том же сердечнике и включены в режиме местной отрицательной обратной связи. Вторые сетки выходных ламп подключены к ультралинейным отводам обмотки выходного трансформатора. Сечение трансформатора 18 квадрат, габаритная мощность магнитопровода 250 Вт. Трансформатор полностью симметричный, разницы сопротивления плеч и анодных, и катодных нет. Они абсолютно идентичны, поэтому трансформатор обеспечивает минимальные искажения, которые только возможны при таком режиме включения выходных ламп в этом каскаде. Дальше выходная обмотка, состоящая из двух пар симметричных обмоток, обеспечивает при различной коммутации сопротивление нагрузки от 4 до 16 Ом. Выходной трансформатор позволяет реализовать более 10 различных вариантов включения выходного каскада. Обо всех возможных вариантах включения режимов выходного каскада, а также различия их технических характеристик, мы покажем в следующих видео. Спасибо за просмотр, жмите палец вверх, комментируйте данное видео, выбирайте и собирайте.